Протесты в Портленде, Орегон. Позорно, но только местные телеканалы показали протесты в Орегоне, где несколько человек были задержаны после того, как были выбиты окна в штаб-квартире Демократической партии Орегона во время акции протеста после инаугурации Джо Байдена. Протестующие начали собираться в юго-восточном Портленде в среду днем после инаугурации Байдена на так называемый протест J-20, который объявлен демонстрацией против инаугурации Байдена и правоохранительных органов, а также в поддержку прав коренных народов. Члены группы собрались в зале революции, где к ним на велосипедах подъехали полицейские Портленда. Бюро сообщило, что некоторые люди в группе взяли мотоцикл офицера полиции и бросали предметы в полицейских, когда они отступали. Группа примерно из 100 человек двинулась на север вскоре после 3 часов и прибыла в штаб-квартиру Демократической партии Орегона в Портленде незадолго до 4 часов вечера. Офицеры задерживают как минимум 2 человек во время столкновения в близлежащем парке Бекманфилд.